Неизвестный похитил имущество на 5000 рублей из гаража. Чтобы проникнуть в гараж, подозреваемому пришлось отжать ворота. Вору приглянулись передние и задние сиденья автомобиля, а также аккумуляторная батарея. Благодаря свидетелям, сотрудникам уголовного розыска удалось найти виновного и вернуть пострадавшему часть похищенного имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В 4 ДТП на прошлой неделе пострадали люди. На перекрестке улиц Курчатова и Московской водитель Volkswagen Tiguan при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу автомашине Nissan Qashqai. В результате ДТП пострадал маленький ребенок. Диагностированы вот у него такие, слава богу, незначительные телесные повреждения и был отпущен домой. Значит, хочется заметить, что ребенок перевозился по всем правилам дорожного движения в детском кресле, вследствие чего вот, при довольно-таки сильном столкновении транспортных средств вот такие незначительные телесные повреждения. Еще один саровчанин пострадал в ДТП после долгожданного многими дождя. Водитель Део Матис не справился с управлением на мокрой дороге. Автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. ДТП, которое повлекло за собой, опять же, незначительные повреждения водителя в виде ушибленных поверхностных ран и ушиба правого тазобедренного сустава. Ну, довольно-таки серьезный ДТП, но водитель отделался, вот, можно сказать, легким испугом. Всего за неделю сотрудники ДПС зарегистрировали 122 нарушения ПДД. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.